Женскую сборную республики по регби чествовали в Министерстве спорта региона. Напомним, 22 августа в Москве дагестанские спортсменки впервые в истории завоевали Кубок России по пляжному регби. Глава ведомства Магомед Магомедов поздравил с достижением чемпионов и наградил их ценными призами. Еще раз поздравляю, желаю вам красивого, мощного здоровья и жизнь для вас всегда яркий, счастливый, полноценный. Главный тренер сборной Дагестана по регби Магомед Гаджимагомедов поблагодарил министра за внимание и поддержку команды, а также поделился подробностями прошедшего турнира.